Несмотря на то, что сейчас пик отпусков и разгар летнего веселья, Дукаскопи Банк продолжает активно помогать своим участникам комьюнити развиваться в трейдинге и предоставляет много возможностей выиграть в уникальных конкурсах. Давайте посмотрим, кому удалось сорвать куш на этой неделе. Начну с результатов конкурса фундаментального анализа. Организаторы подвели итоги первой недели июня. Денежные призы достаются участникам, которые оказались в топ-10 рейтинговой таблицы. Все они выигрывают от 100 до 650 долларов. На третьем месте оказался участник из Украины под ником Саламандра. Он всегда активно принимает участие в наших конкурсах и частенько занимает призовые места. На этот раз ему удалось получить 400 долларов, с чем мы его и поздравляем. Второе место рейтинговой таблицы захватил также украинец под ником Сикмен. Этому участнику удается заработать 550 долларов. И первое место оказывается в руках доктора Фэр. Именно к этому трейдеру и отправляются 650 долларов. А если вы знаете, как цены реагируют на новости, спешите сделать свой прогноз. И на следующей неделе, возможно, я назову именно ваше имя. Также, дорогие трейдеры, у нас есть отличная новость. Отныне ваше любимое сообщество Дукаскопи находится в вашем смартфоне. Теперь, если вы далеко от своего компьютера, не проблема. Больше никаких длинных ссылок в браузерах. Просто установите наше приложение Дукаскопи Комьюнити. Приложение доступно для пользователей как iOS, так и для Android-устройств. А если у вас есть предложение, как сделать приложение Дукаскопи Комьюнити еще удобнее, пишите нам на почту contest@dukascopi.com и получите 2000 дукатов за свою помощь. Только с Дукаскопи Банком торговля не только прибыльная, но и интересная.